Привет, друг! С тобой, как всегда, я, Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir, второй сервер, все как всегда. Я, конечно, может, вас и задолбал этими гаражами, но сегодня произошло просто то, что вообще никогда не происходит на гаражах. Это очередь на гаражах. Нормальная, адекватная очередь, чтобы открывать, ну, по начальной цене, там, вот. Короче, вышло очень офигенно, и в конце еще убил штору, забрал у проказника штору, можно так сказать. Вот, так что присаживайся поудобнее, готовь что-то покушать, это будет офигенный видос. Я тебе желаю приятного просмотра и приятного аппетита. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть промокод, который находится в описании ролика. Вводи его при регистрации и получай 20 тысяч долларов на свой баланс. При достижении 3 уровня, конечно же. Пацаны, про свое обещание я забыл. Эксклюзивный контейнер. Что хочу сказать контейнер? Блин, гараж. Гараж, Эван, гараж. Эксклюзивный гараж мы откроем обязательно. Просто он неделю не выпадал. Сейчас выпадает, но открывать его там по полтора полям 600 для того, чтобы снять видос, по открытию уйти там в минус, просто капец какой. Ну смысла нет. Эта серия, это просто грандиозный камбэк, просто грандиозная очередь. Такое бывает просто раз в году, а может раз вообще в жизни такое бывает на гаражах. Так что я желаю тебе приятного просмотра. Мы начинаем. Серьезно? Блять, серьезно? Серьезно, за 18 тысяч? Бля, ЭБУ, пневма и полицейский. Воспринимают это все. А ты хуй лучше выси свои тут пишешь, бля. Ты если, блядь, нахуй не знаешь, то, сука, не пиши вообще нихуя. Бля. Херон, блядь, может выпасть. Очко твое, сука, может выпасть, блядь. Сука, блядь, ебанат. Раунд, блядь. Короче, пацаны, БРЗ сливаем. 13200. Открыл за 18888 и, короче, свои. Минус косарь. Чё, пацаны, 2000 за эконом? Перекупы вдавлится. Еще бы... Ой. Ой. 3600 уже окупился. Еще бы штору. Бля, нету. Радар и рейх-подвеска. Ну, бля. Ну, обидно. Опа. Ого. Нихерово, 25. А, фул, а, рейх-подвеска. Ну ладно. Слива сейчас, о, смотри, ну... слива, блядь. 9. А, понятно. Сигнал поезда и рейх-подвеска, ну ёпта. Есть что-то, нет? Не-не-не, сигнал поезда и рейх-подвеска. Вы будете открывать эконом плюс? Если будете, типа, я не буду. Не, я эконом. Кто не хочет за это? Я контент делаю. Да, минус у тебя опять. 15600. Что там? Стробы, полицейские, радар. Нас на обычном экономе, типа, очереди. Вот сейчас всё, после меня... Блять, опять Марк, серьезно? Так, я... Нету нихера. Следующий ты, да. Потом изолента, потом оса, потом дичао. Я открываю. Он долго грузил. Значит, там что? Санёк, ты же открывал либо... за 5000. Там этот Дивас. Нет, тут УАЗик наш. После меня этот раз. Подожди, я не разбор. Асап и Изик. Пишите в очередь. Ля, какая. Бандитка, еще бы на хроме, да? Без ключ и радар. О, занимай. Сейчас я открываю, потом разор, а потом занимайте. Вообще пусто. А мы не успеем, там не будет второго плюс. Да. Сейчас будет экономия и синий. Бля, Димончик, кихни его, пожалуйста. За помеху. Помеха. Я тебя поблагодарю вообще. Вот в очередь стоим. Просто в очередь стоим, а он берет и что-то делает. Не понимает каких людей. В смысле, а он фейк ставку опять хеванул? Ну да. А-а-а. Взял мне 3000, накрутил. Ну, у нас фейк ставка была. 10, блин. И поезд минус. Нормально. Народ, перебейте, пожалуйста. Не, он сейчас только выйдет за двери и будет ему жопа. Не, можете перебить сейчас? Сейчас я не могу перебить его. Перебить кто-нибудь. Чё, ты открываешь? Я просто не могу открыть. Не будешь открывать? Если он будет перебивать, я просто буду его таранить. А, понимаю. И пойдем. О, вот зажи. Нормально. 27, уже неплохо. Full stock. Нет, есть рейх-подвеска. Уже не успею, да?
Или успеет? Не, может успеть. Последний, давай штору, еще. Давай еще штору. Е60. Говно. Рамка... Есть, штора, пацаны. Забрать. Нефиг было перебивать. Если бы ты не перебивал, я бы тебе отдал этот. Так, пацаны, давайте посмотрим, что по номерам. Е34. Говно. А, Е60. А, я так и понял, на шторе типа номера не пишутся. А, вот. Говно. Х5М. А чё столько этих цифр? А, это О. 223. Е-Эва, я понял. Потом 183. Вот, кстати. А, это мой. Блин, я думал. А, у меня лансер был, чё? А я уже забыл. А? Штора из последнего выпала. Да? Я поставил фичи 18200, у него 18140 последний штор выпал. Ошалеть. Сколько у меня тачек? Раз, два. 11 тачек, ёпта, 9 штук. Нормально, так навыбивал, ебать. А ты что, все позабирал? Да. Короче, пацаны, сливаем первый марк. Привет, ебать, мой свет. Нормально, 3600. 6500, это сразу плюсик ушел. 10100. 10-100 марк, нормально. Так, дальше Е34. А что так громко? 13-500, нормально. Это я тоже взял по дешману. 17-100, пацаны, возвращаем бабки. Вот реально, блин, можно эту музыку вырубить сейчас? Я надеюсь, там все записалось, все идеально. Так, C63, о, C63, C63, C63. На номерах ЭВА, еще почти Н, ну ладно. Кстати, первая моя цешка. Если официально заявляюсь, больше открывать контейнеры не буду, ну его нафиг. А если буду открывать, то буду открывать какие-то эксклюзивные, вот. Эксклюзив открою, последний, все, что нам останется на гаражах. Больше открывать не буду, ну его, пацаны, в одно место, как бы. Зарис Супра, зеленая Супра, ну на Супре я ушел минус там 1003 вроде, да? Или на сколько, я уже не помню. Здесь только орех подвеска есть за 500. А, за 250 даже, А даже больше, я 1008 ушел в минус. Да, единственная тачка, кстати, на которой я в минус ушел. Вот, еще один золотой марк. Что, кстати, у них по этим, по колесам? Че они такие, типа, хром, но какие-то прям им хана. Ну, забью я сегодня БУ 3600. Ну да, этот марк не тот прям. За 10-10. За 10-100, вернее. А за 4600 он тоже пойдет. Главное, их Huracan или GTR случайно не слить, я себе потом не прощу. Вот это, кстати, слива красиво по цвету. Но это тоже минус, вроде как. Вроде как тоже минус. А, да, это минус. Да, значит, две тачки в минус. Ну, цвет красивый. Марганцовка такая какая-то. Так, это пропускаем. Так, лансер. Я даже не помню, что у меня лансер выпадал. Как он вообще здесь появился? Вот реально не помню. А может, а я открыл его, но типа не этот, не забрал, типа не увидел, кто-то фейканул. Без понятия, 17600. Не знаю, за сколько я его открыл, я вообще его не видел. X5 E70, это, кстати, хороший плюс был за 15 тысяч. Пес, блин, чтоб ты просто заглох навсегда. Эво, BMW Эво. 25200, подожди. По максимуму, блин, 25200. 25700, нормально. И последний, пацаны, чисто вишенка на торте. Это Е60 на шторе. Я надеюсь, я не проморгался. А, не, я же ее выпускал, какой проморгался. Сколько ж тебе за нее тут? Ну, получается, открыл ее за 18200, а получу 138800. Заебись. Собственно, пацаны, вот такой вот видос вышел. Я вообще офигел, что у нас очередь работала. Конечно, в семье не без урода. Все-таки нашлись такие игроки, которые нам перебивали ставки, все портили. Но я их просто поставил на место, как бы, и забрал у него штору. Подводя итог по трем сериям, офигеть, три серии уже вышло. Если что, первая и вторая серия, они тоже очень офигенные. В первой серии я выбил три шторы. В второй серии произошел вообще полный капец. Я слил очень дохера бабла. И в этой серии, ну, тоже выбил штору, как бы, и поднял охрененно бабла. В итоге, в первой серии мы подняли 106 276 долларов. В второй серии мы слили 112 225 долларов. И в третьей серии мы подняли 151 387 долларов. Офигеть, просто офигеть. И в итоге, с учетом всех трех серий, мы на гаражах подняли 145 438 долларов.
А в принципе на этом все. Поставь лайкос, помоги продвинуть мне его в топ. Также подпишись на канал. Давайте сделаем к моему день рождения 2500 подписчиков. Вот, было бы мне очень приятно. Если что, 12 июля, жду подарку. Вот. Также напишите в комментариях, как вам данная серия. Также напишите в комментариях, увидели ли вы себя. Отметьтесь, будет очень интересно почитать. Ну а с вами был, как всегда, Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока. Кстати, еще скоро конкурс, да-да.